Друзья, всех приветствую на моем канале. Сегодня я хотел половить щуку на кружки. Взял еще спиннинг. Недавно словил карасиков живцов. У меня 5 кружков. Буду ловить на речке. Возле камыша буду ставить. Здесь течения толком нету. Совсем его нет. Друзья, мы в лодке. Сейчас будем плыть. Так, ну что, погнали. Все, друзья, ставим первый кружок. Глубину я сделал где-то чуть более метра. Так, первый кружок заряжен. Теперь отрываем и ставим так же самое и другие. Друзья, ставим второго живца. Блин. Вот. Так, да, классная сегодня погода такая. Ни ветра, ни солнца. Ну так, тепло. Спокойная такая погодка. Так. Ну что, ставим теперь второго. Так, друзья. Расставил я кружки, теперь хочу половить на спиннинг. Друзья, трава присутствует. Так. Так. Зацеп какой-то, трава это. Друзья, есть щука с выброса. Только выключил камеру. Блин, друзья, не сумел запечатлеть поклевку. Друзья, есть щука. Блин, дергается, но зацепилась. О, вышла. Так, друзья, повела в камыш. О, друзья, какая-то небольшая щучка. Друзья, есть щучка первая. Так. Так. Я еще и подсак забыл. Как же я... О, взял. Все, друзья, есть. Есть. Вот такая, друзья, щучка. Только выключил камеру и сразу же она клюнула с выброса. Но такую уже можно брать. Грамм 400, наверное. Взяла на вот такую силиконку. Значит, щука активная. Продолжаем нашу рыбалочку. Друзья, я тут вспомнил, что
на живца, на кружки, на жерлицы зимой ловил здесь щука, а вот на спиннинг еще ни разу. Ну, выезжал, видел щука, гналась за приманкой, но никогда еще не засекалась. А так сказать, уже первая щука на этой речке у меня на спиннинг. Ну, только, друзья, я кидаю спиннинг, и сразу она с выброса взяла. Только выключил камеру. Вот, блин. Но все же щука есть. Так. Друзья, это уже следующий день. Уже у нас сейчас 8 утра, 8 вечера, точнее. Я снова на лодке. На спиннинг больше ничего не клевало. Я приставил кружки на русле через 500 метров от дамбы. И вот сейчас еду, ну, уже плыву проверять. Друзья, подплыл к первому кружку. Он наполовину перевернут. Так. И очень близко к траве. Либо кто-то клевал и завел камыши, либо не знаю даже, что это может быть. И кажется, у меня еще кружки перевернутые полностью. Так, ну что, друзья, сейчас будем проверять. Так. Друзья, это что-то в траву завело. Да. Либо живец завел. А ну... Друзья, здесь серьезно. Наверное, да, кто-то был, потому что вся леска разматана, но зацеп. Первого кружка я оборвал. Не получилось у меня достать. Идем дальше проверять. Но вижу, один кружок точно перевернут. Тихонько. А ты, друзья, кружки не перевернутые. Это уж точно. Так, блин, кружка зацепой. Так. Так, а здесь, кажется, ничего нет. Да. Здесь просто полностью размотала леску. И зацепила снова. Вторая тоже. Но ничего не было. Третью проверяю. Кружок не был перевернут, но... Круче, но леска была разматана и живца нету. Так вот, что мы имеем. Одну щучку словили. На кружки были поклевки, но не засеклись. Но, конечно, жаль, что и обрыв есть. Как-то так. Но хотя бы одна щучка есть. Нужно будет снова половить живца. И буду ловить снова. Нужно будет попробовать. Если вам понравилось такое видео, пиши, ставь лайк. Всем пока.